привет, друзья и ученики! Сегодня специфическое видео. Уже очень давно меня просят снять о том, как тренироваться людям при Рамадане. И сегодня я вам расскажу об этом. Тем более, что скоро ваш праздник, и вам придется ограничивать себя в питании, в воде. Это очень сложно на самом деле. Люди, кто это все выдерживает, заслуживают уважения. Как же тренироваться, как менять свой график? И вообще, что нужно сделать, чтобы не навредить себе? Вы прекрасно понимаете, что это большой стресс не пить в течение дня воду. Вода – это наше все. Неважно, как я отношусь к религии, к вере, но, исходя из ваших потребностей, я вам советую, во-первых, перенести тренинг на вечернее время. Рассчитать его так, чтобы сразу после тренировки поесть. Да, это будет самый грамотный шаг именно в вашем случае. Почему? Во-первых, в течение дня вам нужно будет стараться мало двигаться. Если есть возможность не работать в это время, взять отпуск с учебой, не знаю как, учитесь вы или нет, это будет давать вам определенные сложности. Но так как вы перенесете свой тренинг именно на время, когда после него вы сможете поесть, и вам это будет разрешено, вы будете пополнять свои запасы, кое-как будете сохранять мышечную массу. А здесь и сейчас мы говорим именно о том, чтобы не потерять то, что мы с вами наработали. Чтобы наши тренировки, которые будут, не навредили нам. И тот эффект, результат, которого мы достигли до Рамадана, сохранился после его окончания. Со временем тренинга понятно, нужно перенести его на вечернее время. Естественно, нужно понизить интенсивность тренировок. Идеальным будет переход на тренинг в статодинамике. Тренировать окислительные мышечные волокна. Требует меньше усилий с точки зрения физиологии, но с точки зрения ментальности, ментальной концентрации, требует не меньшей концентрации на тренинге. Что самое главное, подобный тренинг пережигает жир в нашем организме. И мало кто вообще тренируется в статодинамике. В основном все мы привыкли тренировать гликолитические мышечные волокна. Не потому, что мы разбираемся в тренинге гликолитических или окислительных, а именно потому, что так сложилось исторически, весь процесс тренинга направлен на гликолитические мышечные волокна. Что такое тренинг окислительных мышечных волокон? Во-первых, его желательно проводить в тренажерах. И ваша усталость, которая будет накапливаться с каждым днем из-за ограничений в питании, особенно в воде, не будет так сильно сказываться, потому что мышцы-стабилизаторы не будут работать. Но это не значит, что вы будете отдыхать. Тренинг на окислительные мышечные волокна также очень труден и требует огромной концентрации внимания. Это тот тренинг, который я бы назвал по-настоящему бодибилдерский, культуристический. Как он выглядит? Желательно разбить группы мышц на антагонисты. К примеру, бицепс с трицепсом, квадрицепс с бицепсом бедра, грудные мышцы со спиной. А дельты – это каждый пучок, отдельная мышечная группа, поэтому можно тренировать дельты в отдельный день. Как выглядит сама тренировка? Тренировка выглядит следующим образом. Начинать нужно с трех подходов на одно упражнение. Но делаются они следующим образом. Берется примерно 30-50% веса от обычного веса, когда вы тренируетесь на 8-12 повторений. Но работать нужно от 30 секунд. И точно такое же время отдыхать между подходами. Вот серия из трех таких мини-подходиков, 30 секунд отдыха,
30 секунд работы, 30 секунд отдыха, 30 секунд работы. И будет составлять один подход. Начинать нужно с одного такого подхода, в котором будет 3 мини-подхода. Потренировали грудные мышцы, к примеру, в тренажере. И приходите тренировать спину. То же самое. Выбрали упражнение, к примеру, тягу горизонтального блока. Выбрали вес. Начинайте с 30% от того, с которым вы обычно работаете в этом движении. Выставляете его, естественно, размявшись сначала. И работаете. 30 секунд работаете, 30 секунд отдыхаете. Что важно еще в этом тренинге? Важно выполнять медленно повторения. Не нужно считать количество повторений. В этом виде тренировочных нагрузок нам повторения не важны. Важно время нахождения под нагрузкой и время между подходами. Также крайне важно выбрать тот участок амплитуды движения, который самый трудный. Ограниченный короткий участок амплитуды. И работать в нем. Желательно делать негативную фазу в течение 5-6 секунд. И точно такую же фазу нужно делать и в позитиве. То есть мы, к примеру, тянем на себя 6 секунд, если это горизонтальная тяга, и отпускаем вес от себя тоже в течение 6 секунд, но в ограниченном отрезке амплитуды. Понимаете, подобный вид тренинга колоссально выбрасывает гормоны в кровь, и они сохраняются именно в той мышце, в которой мы работаем, над которой мы работаем. А вы знаете, что гормоны бегут именно в работающие мышцы. Это очень важно, как для жиросжигания, так и для набора мышечной массы. Поэтому, ребята, разбивайте свой тренинг именно таким образом. И желательно не тренироваться каждый день. Можно тренироваться через день, а лучше день тренироваться, день отдыхать. Естественно, лучше тренировать крупные группы мышц с мелкими. Если вы будете тренировать, к примеру, одну только мышечную группу, такую как спина в один день без грудных мышц, нужно знать, что между мини-подходами, когда вы отдыхаете, к примеру, 30 секунд работаете, 30 секунд отдыхаете, начинать нужно именно с такого промежутка времени. Следующая мини-серия может быть выполнена только через 10 минут. Именно поэтому и рекомендуется тренировать мышцы-антагонисты. Грудные со спиной, руки отдельно, бицепс-трицепс и ноги, квадрицепс и бицепс бедра. Дельты, напомню, каждый пучок это отдельная мышечная группа, которую можно тренировать подряд. Сначала задний, потом средний, передний и опять переходить к заднему. Вы будете действовать четко. Начинать нужно в одном подходе с 3 мини-подходиков. Постепенно, по мере тренированности, вы можете делать до 9 подходов в одном сете. То есть делать 30 секунд работы, 30 секунд отдыха, 30 секунд работы, 30 секунд отдыха. Вот так 9 раз. Это будет считаться одним подходом. Если вы думаете, что вы потеряете в мышечной массе от такого тренинга, то вы ошибаетесь. Если вы никогда раньше не тренировали окислительные мышечные волокна, такой тренинг, наоборот, даст вам большое преимущество. Потому что окислительные мышечные волокна также могут увеличиваться в объемах. Посмотрите на конькобежцев, посмотрите на велосипедистов, которые на короткие дистанции ездят. У них ноги такие, что не у каждого культуриста такие большие ноги. Но, ребята, вам это даст еще колоссальное увеличение вашей выносливости. Скажем так, функциональная возможность вашего организма повысится в разы. Если грамотно тренировать свои мышцы, чтобы в них появлялись митохондрии, а как раз-таки такой тренинг направлен на это, то вы будете колоссально выносливыми, как никто другой. За 2 месяца специализированного тренинга на окислительные мышечные волокна можно достичь пика своей выносливости. И если большинство людей еще до сих пор заблуждается, думая, что тренировка выносливости – это тренировка сердца, то вы уже должны знать, что тренировка выносливости – это тренировка мышц определенным образом, на то, чтобы в них было как можно больше
окислительных волокон. А в окислительных волокнах присутствуют митохондрии. А митохондрии — это как раз то, что не дает мышцам закисливаться, то, что пожирает продукты распада, ту же молочную кислоту, и вы будете колоссально выносливыми. Поймите, сердце — это идеальная мышца. Это единственная мышца, которая всегда работает. Даже когда мы спим, она всегда работает. И работает она по принципу «все или ничего». Она сокращается на 100% и расслабляется на 100% на протяжении всей жизни, без отдыха. Не задумывались почему? Да потому что она целиком и полностью состоит из окислительных мышечных волокон. Вот что такое выносливость. Тренировать то, что от природы изначально идеально, нет никакого смысла. Вы не сделаете идеальнее идеал, если можно так сказать. Поэтому в этот период времени не переживайте. Тренируйтесь в статодинамике на окислительные мышечные волокна. Вам это даст большую пользу, большой плюс и в мышечном развитии, и в развитии выносливости. А многие даже потеряют определенный жировой процент своей массы тела, что тоже является большим плюсом. В любом случае, прислушивайтесь к своему организму. Если вы чувствуете, что вы утомились в течение дня, что организм истощен, дайте себе еще денек отдыха. Потому что любую тренировку и любую нашу жизнедеятельность нужно рассматривать только с точки зрения сохранения здоровья. Если вы можете на этот период перейти на ночной образ жизни, это вообще будет идеально. Потому что, насколько я знаю, если не ошибаюсь, ночью вы можете себе позволить есть и пить воду. Это очень-очень важно. А днем спите, отдыхайте. Будет вам польза. Друзья, надеюсь, я помог вам разобраться, как нужно изменить свой режим тренинга в такой нелегкий период вашего времени. И если у вас останутся какие-либо вопросы, пишите их обязательно в комментариях, я на все отвечаю. Увидимся в тренажерном зале. Всем благ, здоровья и силы духа!